Итак, всех приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас рубрика по GTA 5 RP. Это ремонт квартиры. Суть чего это... Суть рубрика какова? То есть мы сейчас с товарищем купили себе по квартире. Вот такой вот. И у нас будет бюджет 100 тысяч. И мы должны, кто лучше сделает ремонт на 100 тысяч. Не знаем, как это будет, одна комната, либо две комнаты, либо три комнаты. Мы еще это в будущем все сделаем. То есть мы себе покупили по холодильничку, по шкафу, сначала, и по кухне. То есть, и вот у нас следующий 100 тысяч бюджет. Мы посмотрим, кто лучше сделает, а потом мы уже оценим, кто выиграл. Играем мы, но только на, ну, примерно, давай 20 тысяч. То есть, кто побеждает, то 20 тысяч выигрывает, грубо говоря. Вот моя квартира, вот его квартира. Это такая же. У него тоже вот холодильничек. Там у него шкаф должен быть. И вот его шкаф. И кухня у него нету. Кухню только я покупал. Но это не суть важно. Ну что, поехали, все. Так, короче, у нас с тобой бюджет 100 тысяч. А, квартиры я не знаю, как мы с тобой будем делать. Одну или две, понял, комнаты. Комнаты ты имеешь. Да, и призовой фонд, кто выиграет из нас, понял, да? Кто лучше получится, 20 тысяч. Если ты проигрываешь, 20 тысяч ты мне даешь. Если я проигрываю, я тебе 20 тысяч даю. Понял, да? То есть... Ну давай, короче, мы доедем, получается, до магазина, а там уже решим, одну комнату или две комнаты сделаем с тобой. Правильно? Ну, давай. Там все. Можно же картой, да, в магазине платить? Да, можно картой оплачивать. Так, давай, ты меня, получается, везешь? Это давай вообще я поведу? Как бы рассинхрон сильный. Ты думаешь, у меня рассинхрон? У меня по пингу меньше, чем у тебя должно быть. Нет, у меня будет лагать все у тебя. А, типа для видоса? Да. Все равно на пассажирский сел. Ну что, поехали, получается. Получается так? Тут смотри, там не больше, не меньше, 100 тысяч именно бюджет. Надо было, блин, надо было это, просто наликом снять 100 тысяч, все наликом оплачивать. Да я просто суммарно сделаю подсчет. Гляну, сколько у меня на карте, чтобы у меня оставалось такой бюджет. Надо на лотерее поучаствовать, да, еще думаю? Ну, я думаю, да, заедем, лотеречку возьмем. А тут можно телефон взять ее. А, все. Или уже. Телефон? 0-0 время кончилось. А, ну да, только что последняя лотерея была. Ох ты, водила, блядь. Это нормально же, ты че? Бедные моторы. Ему, а там 6 на 6 сзади весь. Где 6 на 6? Сзади. Это любимый Ашан. Короче, что мы думаем с тобой? Как будем делать? Вообще, на 100 тысяч давай, короче, сначала покупаем, допустим, на... Пойдем. Ну, нечего по речке ездить. Это. Сначала покупаем, получается, кухню, допустим, и комнату, да, а там если, ну, понял, у него это, деньги остаются, покупаем на остальные комнаты, короче. Кому насколько хватит, короче, так делаем. Ну, давай сделаем, ну, я так думаю, типа, сейчас сделаем одну комнату или две. А 100 тысяч, одну комнату маленькую, ну, это типа прям, это жирно будет очень, мне кажется. Ну, две комнаты давай сделаем. Типа, вот это вот потом... кухня есть, и именно она, ну, сама эта главная комната, как называется, ну, да, там, да. Зала, не зала. Обычная комната. Вот, можно сделать кухню, обычную комнату, типа, а потом подписчики в комментариях, типа, выберут, у кого комната была лучше. И, типа, там, ну, наберут там 20 лайков, и можно сделать продолжение. Так. Ну, давай, это. В принципе, да. То есть сделаем всего одну комнату, это кухню. Ну, кухня там маленький выбор, конечно.
Давай кухню и зал. И зал. Нет, а давай кухню и ванну. А зал и остальные комнаты потом в отдельном ролике, ну понял. Следующий серийку сделаем. У меня всего сотка. Ну, нам хватит на кухню как раз и на этот. Ну, а потом надо типа... Проблема в том, что у меня уже эта кухня одна есть. Понял, вот она большая. Угу. Ну, я думаю, все это не будет идти. Ладно, что, поехали, давай, ты по своим делам. То есть мы делаем ванну и кухню, да? Ну, да. Да, давай. Так, дома, квартиры. Начинаем ванна. Ванна у нас маленькая, да, с тобой получается? Да, ванна у нас очень маленькая. Ну, там буквально, не знаю. Что нам с тобой нужно? Я думаю, вот это купить. А, надо проверить было сначала, сколько баланса у нас, да, точняк же. Mm-hmm. Вот, меню персонажа, у меня чуть получается на счету 120 тысяч. То есть я должен уйти как раз 20 тысячами. Поехали. Раковина. По-любому mm-hmm. нужна. На балансе 114. 14 тысяч. Вот эту ванну покупаем. Полотенчики. Так, ну у нас кухонька, в принципе, тоже такая не маленькая. Давайте почти возьмем. Основная комната. На кухне, думаю, можно отыграться. Я сначала в ванну заполняюсь, а потом уже на кухню пойду. Ну, мне... Ну, тут на ванну мало вещей нужно. Ну, да. Так, есть, есть. Что нам еще нужно? Это надо нам? Нет, это нам не надо. Тут-то все. Пойдем к туалетам, получается. Так, туалет у нас получается, да? Такой, 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 такой. Ну давайте такой возьмем. Потом вот это возьмем. Ты не писал, кстати, админам? И я, короче, написал, и мне там, типа, Вики сама выдала то, что если мы продаем квартиру без мебели, то мебель продается в гос по 50 стоимости, 50 прямо, центов стоимости. Угу. То есть, если покупаем, допустим, 100 тысяч, и нам полтинник вернется за это. Ну, давайте вот это возьмем, что ли. Мы же должны выиграть. Так, смотрите, я примерно уже запомнил, получается... Ванну у меня потратилось всего лишь 14 тысяч, но ванна это такой себе. Так, ладно. Теперь поехали к кухне, да, получается? Квартиры. Что нам нужно в кухню? У меня вот такая вот кухня, но я ее все-таки не беру. Мне, значит, нужно туда... Что же мне нужно туда? Вот это по-любому нужно. Не знаю зачем. По мелочи такой не берёмся, чтобы у нас было. Фруктики всякие. Давайте наберем фруктики. У меня там с другой стороны это есть, поэтому я не буду покупать это. Так, это мы не покупаем. Давайте возьмем ножи. Чайный набор. Кулер нам не нужен. Так, она у нас в кухне еще есть. Чё, Андрюх, мне кажется, да, тут даже это, слушайте, мало это. Я уже почти сотки. Все... Я почти... Нет, сотки даже много. Я ты почти все купил, а я всего лишь потратил там 1020-30, наверное. Ну, я тебя вижу, у тебя есть же стойка большая. Ну да, вот то, что одна стойка я вложу. Но все равно это, мне кажется, мало. Мне кажется, нужно еще третью комнату захватывать. Да мне не хватит, если я спу. Я типа еще ванну не скупил, а я уже десятку потратил. Я еще не всю ее закупил. Я вот даже не знаю, как получается у нас.
Давай две комнаты сделаем, если что, потом, если по бабкам останется, потом третью. Ну, третья комната, это считай, я не знаю. Ну ладно, пиши. Да, да, сначала, нет, не отклоняемся, получается, две комнаты, все. Ванная и это. Так, что нам можно еще купить? Набор для медикаментов в кейсе, нет. Блин, а как что? Посмотреть, что я уже купил, а что нет? Да ты вот и не знаю, наверное, А, нет, нельзя, да? Угу. Да не знаю, на квартиру надо ехать. Ты забыл и купил эту фигню или нет? Так, нам нужно 15, да, 15 тысяч, то это что нафиг нам нужно? Ты нет, шампанское ведерки. Вот такие вот часы можно взять. Вот такой бир. Вот, мне интересно, смотри, тут есть штанги для тяги. Вот они функционируют, интересно, в доме или нет? Вот, да, и мне тоже. Мне самому тут интересно, вот, или просто такой декоратив получается. Ладно, тут не будем смотреть, мы кухню мы взяли. Нам на кухне нужен столик поставить, да? Для питания, типа того. Так, ну я тебе могу сказать, что я на ванну потратил уже 1020. Да. Ты что там покупал на 20 тысяч? Даже чутка больше получил. Мне нужно что-то такое. Вот барная стойка. Да, изи. Так, сколько я потратил? У персонажа у меня 100 тысяч, но я всего лишь 20 тысяч. Ну ты понимал, я всего лишь 20 тысяч потратил. Ты всего лишь 20 тысяч? Да, я уже все почти купил, блин. А я только на одну ванну. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Find a way.
got me turned around, but I can't ignore the feelings that I found in this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Андрюха, делаем так, получается. Закрываем квартиры, чтобы мы, ты друг другу не могли входить. Угу. Идея не тырить, да? И все, и при окончании уже, потом мы уже выходим, и все. Я к тебе захожу, потом ко мне заходим, и уже так сами оцениваем. А потом ну, уже, думаю, пускай подписчики считают, у кого лучше, и кто выиграл 20-ку. А как это припарковать Таурек обратно в гараж? Сюда вот заезжай, прямо. И я нажимаю, тогда я выйду сначала. Я выйти. А, ну он и починился, извините. Ты бы сейчас вышел, он починился бы. Так, вот смотрите, у нас кухня получается. А, Андрюх, ты же купил, получается, большую эту кухню тоже? Да. Все, хорошо, да. Смотри, у нас кухня, она не умещается. Вот у меня идея, если ее немного левее подвинут, а тут будет, типа, у меня вот такая покерного стола, типа того, как я потом в будущем буду делать, надеюсь. Это такая будет из винов. Из вин. Эти, то есть, получается, да, мне нужно это вот маленько подвинуть влево. Поехали. Я, по-моему, я чересчур большую кухню купил. Это да, она очень большая, кстати. Поэтому тут проблема в ней. Так, шкаф я уберу сначала. А кухню переубрать тоже. Поставить. Опять же, мы покупали эту кухню, ну, как бы не для ролика. У нас было чисто, чтобы это можно было готовить на ней и так далее делать. Но тут подгорело нам записать ролик именно. Поэтому не обессудь. Сюда левее, еще левее, еще левее, еще левее. И вот сюда ее двигаем. Я не знаю, сколько двигать там. Ладно, сейчас посмотрим по этому. Так, вот. Парная стойка. Эта вот барная стойка должна у меня быть в той комнате. А это не вылазить. То есть... мы ее двигаем. Она зашла, по идее, правильно? Если мы ее так оставим, она скрывая вроде бы. Полно. Да, кривая. Видите? Ее маленько двигаем вот так. Да, вот так. Полно. Просто интересно, она там нормально стало или ненормально? Что двигать надо? А что я сюда смотрю? Мне может здесь стоять сразу двигать ее? Это получается нет. Обратно. Да, да, ее двигать. Это вот так вот она, блин. Так должна быть она. Это будет у меня такой типа парная стоечка. Он здесь получится. Ну, в принципе, нормально. Сейчас ровно, ровно. Ну, давайте ставим. Так это получилось. Что такая стеночка, удобно. Вот заходим. И такой этот. В принципе, чё, нормально. Поехали дальше. Стенку мы впихнули. Что у нас будет здесь? Что будет здесь?
Холодильник, конечно, мешает стандартный. И вот его нельзя никак убрать, да? Подожди, если я его сейчас... Мне два холодильника. Мебель. Брать. Да, видите, стандартный холодильник остается. Вот он везде есть. Делать это, да? Ну, стандартный вариант. И они в счет идет, получается. Да, это поприятней. Кажется, и поприятней, да, смотрится, чем цветочки эти. Да-да-да, более-менее приятнее смотрится. Хорошо. Поехали смотреть, что у нас есть. Так. Мебель. А, кстати, Андрюха, у нас что, времени ограничено, не ограничено? Да, я думаю, нет. Без разницы, да? Угу. Да потому что ты пока подгонишь, типа вот это все, оно еще крутится по-дебильному. Что-то мне кажется, что мне надо начинать... ванной, да? Да, давайте, наверное, с ванной начнем. Ладно? Почему ванна без... У нас ванна без двери, ты заметил? Угу. Что, нам дверь еще надо купить, блядь, было нахуй? Ой, как я буду купаться и стесняться, если у меня гости будут? Кстати, да. Не проработанный момент. По идее, она должна прям офигенно войти. Поворачиваем ее. Подожжавай там, ну ничего страшного. Нам не на показ, правильно? Маленькую ванну, да, купил. Значит, мы ее берем, поворачиваем. Должно вот так, да, правильно быть? Да, вот так должно быть, да. Короче, мне надо сейчас опять ехать за этим. Туда, короче. Мне, по-моему, тоже надо ехать. Я не... Да, маленькую ванну взял себе. Я наоборот не ожидал, что маленькая ванна будет. Ты даже маленькую ванну взял? Нет, я имею в виду, что само помещение будет маленькое. А, у меня ванна маленькая. Блин. Так, а что сделать получается? Ладно, я пока с этой посмотрю, а потом я сейчас, может быть, съездить в данный чат. Совсем маленькая какая-то. Хотя. Тут ванна. Получается, должен быть туалет, правильно, по идее, как? Нет. Умывальник, да. Это должен быть умывальник.
Валик. Так, ну что-то все, Андрюха? Ну, в принципе, да, я все закончил. У нас тоже, я все добежал, получается, тот человечек отдал за контракт денежки. Выходи из квартиры. Давай, давай. Значит, сначала начнем, наверное, твою проверять, да? То есть ты сейчас ведешь, мне объясняешь, что к чему там относится и так далее. Открывай квартирку, я видишь, как ты не сразу прошел. Так. Заходи. Куда идем сначала? Ну давай, наверное, в ванну сначала. Заходи. Веди. Так, ну тут у меня, так сказать, все по-домашнему, по-уютному. Минимализм такой. Есть ванна с душевой. Такая, нормально. Чисто больше пространства занимает. Можно чисто раскинуться там после рабочего дня, отдохнуть, поваляться или после спортзала там в душе ходить, вообще все четко. Стиралочка, сказать, чтобы простернуть весь мой шмотик. Умывальничек там, зубки, умыться, все дела. Для полотенечка вешалка, ну и как же без унитаза. В принципе, коврик такой стильненький, на заказ сшитый, специально заказывал я. Так, ну, в принципе, все по ванне. Mm-hmm. Как тебе так, на твой вкус? Блин. Знаешь, в чем косяк? У меня такая же ванна. Ну, блин, я ее поведу неправильно, походу, дело. А мне наоборот сделано. Ну, вот же это. Надо ее перевернуть, короче. Ну да, вот же дверьки. Я потом перевернул. Пойдем кухня, значит. Да, давай, заходи. Так, ну тут что-то говорить, в принципе. Холодильничек, так сказать, раковина большая, посуду можно было помыть, дела. Большая, уютная кухонька, так сказать. Ну, мне хватает. Плита. То есть, ну ты неплохо, смотри, расположил. А мне так, плохо. Видишь, вот у меня тут какая плита стоит.
Смотри, смотри. Самодельная типа, да? Да. Троидная. Я понял. Ну а чё? Ну пришлось выкручиваться как-то. Ну, кстати, да, неплохо, в принципе, сделал. Ну ладно, чё тогда, пойдем ко мне. Будто ничего нет, да, всё? Не-не-не, мы же две комнаты делали всего лишь. Еще ремонт не дошел. Ну понятно, это ко мне получается. А у меня, походу, дело хуже. Да, пойди, открой дверцу. Так, войти. Квартиры открыть. Ходы. Да, заходи. Ну, значит, давай, поднимемся в ванночке. Давай, давай. Так вот, у меня ванна сделана. Вот видишь, у меня ванна такая же, так видишь, я ей по-другому сделал. А, да, у тебя стекол нет. Чё да, у тебя умывальник висит тут? Нет, это специально для зубы чистить, не зубы чистить, здесь прямо в ванночке, чтобы можно было. Получается, я такой холостяк, у меня тут своя, это, машиночка. В баре, где я работаю. Ну, в принципе, тут всякое умывальное, не умывальное, вся фигня для машинки. Ну, вижу, ну, унитаз так же расположил, да? Да, и унитаз. Вот здесь у меня, видишь, не помещается ничего. Вот я не могу здесь повесить. Это у меня стенка пустая. Но я, видишь, там расположил, все-таки получается. Ну да, видишь, ты нашел, чего положить. А я, не, я не, и так пытался, короче, тут не получается. У меня, короче, в принципе, все просто. Вон, да, у меня умывальничек красивый, смотри. Меня больше вот этот умывальничек убивает. Это нормально, под зубки, блин. Ну и пойдем в кухню, да. Пошли, да. Кухня у меня вот так вот. Ля, ну стильненько, кстати. Короче, начнем с чего? Туалет, так как я один, поэтому я либо тут кушаю по-быстрому, либо вот тут за барной стойкой. У меня барная стойка такая специальная, видишь? Ага. Журнальник, тут чаек, не чаек, короче, я пью. Сразу водичка, холодильничек под пивасик. И холодильничек такой там под овощи, видишь, у меня вот они два. Ну, кухня. Плохо. Это у нас микроволновка, блин, ну, в принципе, все по-старому. Фрукты, не фрукты. Кстати, и... на вот микроволновке ты прикольно сделал, надо было тоже так на стену повесить. Mm-hmm. И под заказ я себе сделал часы, показывал только вечер, чтобы дня не было вообще. Вечера до работы, а вечер пришел с работы. А где часы? Вот они есть сверху. О, это не типа, ага, понял. Это типа такие индивидуальные, ага, часы. Я понял. Ну, в принципе, и все. Ну, симпотно, кстати, стильненько. У тебя радужная такая кухонька получилась. Да, я ее более только светлую сделал. Беру, у меня вот косяк, видишь, я бы еще тут доложил бы, здесь еще красиво сделал бы. Офигенно получилось бы. Ну, у меня, видишь, я не догадался такую фигню купить, как у тебя, типа умывальничка. Но я больше вложился в кухню. Ну да. У тебя такая более современная, у меня более холостяцкая. Минимализм, так сказать. У меня все смешано, короче, сделать тебе и так, и так. Да, да, да. Что-то я тоже хотел сделать тебе здесь колоночки такие специальные здесь поставить. Но мне уже бюджет не позволял этого. Ну, ты видишь, у тебя телевизор-то тут. А в основном ты или там зато. Конечно, у меня один столик, так сказать, на... Множество особ. Мало ли там, друзья, не друзья. В общем, что? Решать, думаю, только подписчикам, да? Конечно. У кого лучше... Можете даже сказать, у кого лучше, допустим, ванна. Может, у кого-то лучше кухня. То есть, это ваше мнение, короче, решайте. В следующей серии, наверное, если зайдет, конечно, такая серийка. Будем делать вот эту комнату. А, кстати, идемте, покажу. Почему? Смотри, у меня, видишь, кухня, да? Угу. Сюда идешь, у меня тут еще винный этот отдел. Ну то ходить далеко. Ну то я здесь, я сделал, ну то я не буду спорить, что здесь сделал, короче, и он будет прямо кстати здесь, винный отдел. Блин, ну у меня, кстати, тоже есть такие планы на эту комнату. Прям, и... мне кажется, зайдет. И эту комнату, ну это типа будет гардероб, когда получается. Ну да, ой, типа гардеробную сделаю. Вот на вот эту комнату тоже, на вот эту маленькую тоже так. В общем, следующий будет даже три комнаты получается. Вот эта вот комната, та комната, это. Ну то да. Есть что? Да, давайте 30 лайков. Пишем в комментариях, кому больше что нравится.
кто все-таки победил в этих двух комнатах. Да, если есть бюджет, думаю, нам нужно побольше насобирать денежек, потому что 100 тысяч, это только, видишь, у нас прям не вышло. Да. Следующие-то у нас твои покупки будут дорогие, там, она минимум 1300, ну, да, конечно, нас с тобой. Нам надо кровать, а то что мы, блядь, пим, да, в ванной. Надо все-таки сделать комнату-то нам нормально. То есть, думаю, 1300 следующий будет бюджет у нас, и так примерно. Ну да. На эти две комнаты. Ну все. Поставим лайки, дизлайки, все на ваш вкус, как говорится. Всем удачи и всем пока.